Привет, с вами Даша, и вы на канале Дашенькин мир. И сегодня я сделаю маленькую экскурсию по моим полкам. Ну а в конце хочу вас поздравить, ведь с Новым годом. Начнем сверху. Сверху у меня такой типа киндерский парк. Я когда-то снимала обзор вот этого дома. Кто не видел, обязательно посмотрите. Так, рядом у меня тут шишечковая коробка, мои кэнди-боксы, антистрессик, куколки, это у меня Лоупси Гёрлс, Барби, еще одного Лоупси Гёрлс. У меня там пластмассовая копилочка без дырышек, такая вот елочка, ну и шишки. Маленький домик Лоупси Танис, маленький котенок, очки, еще одна большая подъедная куколка и вот такой вот домик. Дальше. Полочки. Это моя первая полка. Тут у меня два конструктора Лего Майнкрафт. Самый первый у меня вот такой вот конструктор. И там идет такой вот человечек. Стив и... свитка. А в этом идет, это типа такая крепость. А тут идет крипер. Такой вот крипер. Тут у меня еще магазин из... ну, магазин такой конструктор. Есть такая феечка из киндера. Карточка с пони. Такой вот едотик с прошлого обзора. Такая мини. Человек-паук. Мама-свитка. Такой вот из какие-то сюрпризы. И моя новая игрушка. Шка, мне ее сегодня купили в Макдональдсе. Это Еш. Она поет, и я решила ее поселить тут. И там ведьмочка, сапог, вот такая кукла, бараш. Тут они хранят бриллиант и домик. И вот нет. Дальше. Внизу это у меня магазин. Тут у меня такая птичка Джинджер. Вот, елочка из глины, такая вот бутылочка, это из Египта, шопкинсы, очки, футболка, конус, из киндера сюрприза, бар, вот эта стеклянная фигурка, слоник, резинка, шопкинс, кусочек из какого-то киндера игрушки, тоже кусочек, резинка такая, стикизы, шопкинс, монеты, вот еще вот такая вот штучка, небо из одного набора, дам-дамсы, фишки из чебикала, две куклы, это у меня барабанщица и апельсинка, барабан, елочная игрушка, свечка, сапожки, ноутбук, всякие шопкинсы, питки-пай и корзинки. Дальше, тут у меня пэты, тут у меня живут пэтики, вот три пэта. Фёбик, у него такой ковничок. Это игрушка из моего киндер-сюрприза. Цветочки, я когда-то их нашла. Привидение, карточка с Фёрби. Такая вот штучка, камешек. Вот лаки два. Вот еще павлина. Да, и сейчас принесу несколько. А еще у меня живут тут еще три пэта. Это вот у меня такая девочка-собачка. Стоит. Просто вот. Долматинец. И кошечка. У них есть машина. Такой наборчик. Я когда-то делала с ним обзор. На видео. Ну, кто не видит. Дед, посмотрите. Тут у меня кроватка. Еще две кровати. Такая кухонная плита. А тут у меня хранятся все аксессуары пэтов. Тут у меня, кроме аксессуаров, есть вот такие вот семечки от типа одного фрукта. Это у них пирожки. И нижняя. Это моя комната йокаев. Тут мои йокаи. И которые тут живут. Это у них столики, мебель. Вот собачка. Это их вода. Это их садик, огородик. Это тоже их. Там у них есть кладовка. Медали. Вот. Вот это яичко.
кристаллы, рюкзак, бумага, яйцо. Это типа такое сковище яйцо. Вот такое вот. Оно идет с одним набором. Тут у меня живут птички. Свинька. Тут не должна быть. Ну, тут у меня птички из наборов. Это у меня такая айсбергер. Я по-английски ее не знаю. Белла, Боб и Чак. И тут у меня Ред. Ред из Макдональдса. Блубер из киносюрприза. Такая птица в кинотеатре так раздражала Реду, что Ред ее развалил. Ну, это была такая... Я типа фигурка птица. Тут у нас свинки охраняют. Эта птичка охраняет яйцо. Сундук. Такая вот птица. Это точка. Белки. У меня такая типа полочка. Тут живут мои три лаупти. Это вот леденец, рубинка, сапфирка, комета галактики. Тут у меня есть шопкинсы. Это такой типа смартфон, барбекю. И барбекю. Тут у меня есть некоторые мебели. Вот, например, вот такая вот кухонка маленькая, столик. Там я игрушки поставила. Она упала просто. Она из пластилина сделана, Чак. Вот у них есть телевизор из киндер-сюрприза. Две сумочки из набора Шопкинс. Столик самодельный. Я когда снимала в него обзор. Ты меня не видел, посмотрите, пожалуйста. Тут я сделала им макияж из киндер-сюрприза. Это типа у них вход. Тут полочка. Тут у них зеркальце и ванна. А в ванне у них вот такая вот сумка и трубка какая-то. А теперь сверхники. Тут у меня такая мягкая игрушка из Майнкрафта Эндермен. Кошечка. Это игрушечная линия. Такие типа куколки. Это у нас... Это тут у меня же будет... А вот, вот такая вот... Кокосина вот... Леденец, Кэти и Шопкинсы. И тут у меня шапочка и столик. И тут у меня такой два наборчика. И вот такое деревце. И вот капелька. Ну что ж, на этом сегодня все. Всем пока и с наступающим Новым годом!